В ноябре 2016 года четвертый энергоблок и, соответственно, старый саркофаг, он же объект укрытия, был надвинут новый безопасный конфайнмент. НБК, или просто арка, крупнейший из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 метров, высотой 110 метров и общим весом порядка 37 тысяч тонн. Срок ее эксплуатации рассчитан на 100 лет. Арка была построена в чистой зоне вблизи ЧАЭС и надвинута на разрушенный в результате аварии реактор с помощью специальной гидравлической системы. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы идем внутрь НБК. Нашей первой локацией будет операционный центр, он же центр управления НБК. То самое место, откуда происходит контроль и управление всеми системами нового безопасного конфайнмента. Для нашего дальнейшего путешествия мы дополнительно надеваем белые халаты, бахилы на обувь и респираторы. Следующей нашей целью будет помещение первичной обработки. Пока еще здесь можно находиться свободно. Однако, поскольку это помещение предназначено для порезки, упаковки и отправки на захоронение деталей старого саркофага, которые будут демонтированы в дальнейшем, когда этот процесс начнется, так просто в этом помещении находиться уже будет запрещено. Однако сейчас у нас есть такая возможность побывать здесь и сохранить его в своей памяти.
Объект укрытия, он же саркофаг, построенный в сумасшедшем темпе за 206 дней. Это сооружение было призвано изолировать четвертый блок сразу после взрыва. Последний раз я видел его в 2014 году. Как бы на этом месте видео должно было закончиться. Однако у нас была уникальная возможность посмотреть на саркофаг с весьма необычного ракурса. Сказать по правде, было немножко страшно. А на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, бейте в колокол. Увидимся. Пока. Очень быстро.